пока на своей машине снимаете. Хай, пойдем. Вроде красивые, а такие мелочи маленькие. В Ставропольском крае по-прежнему хозяйничает большая вода. Спасатели эвакуируют людей с потопленных территорий. Почти 5000 человек участвуют в ликвидации последствий разрушений. Детей, которые пострадали от стихии, отправили отдыхать. 186 человек приняли в 11 оздоровительных лагерях Железноводска, Кисловодска, Пятигорска и Невинномысска. Скучать им не дают. Сотрудники МЧС самостоятельно проводят занятия. Детей обучают приемам и правилам, а также навыкам поведения в лесу, в городе, при наводнении и так далее, и так далее. В ходе проведения занятий выявляются имеющиеся, если имеются негативные моменты какие-то, то тогда организуются мероприятия по обучению детей совладанию в трудных жизненных ситуациях, в которых, к сожалению, они оказались.